Серпуховские школьники выбирают профессию. Сегодня во Дворце культуры России состоялась очередная региональная выставка учебных мест. В ней приняли участие десятки вузов со всего региона. Мероприятие посетило более 2000 школьников. Каждый из них смог получить всю необходимую информацию. Пока не совсем не выбрала что-то точно, но узнала много нового. Много вузов, которых я вообще не знала об их существовании. И думаю, что это мне поможет в выборе будущего места обучения. Мы вот часто приходим на эти выставки, потому что это очень интересно и полезно, особенно для тех, вот, кто после 9-го уходит в техникум и в колледж, также институты приехали, которые уже после 11-го. И думаю, многие школьники на этой ярмарке сделают свой выбор профессии. Сейчас школьникам очень трудно знать, куда они пойдут, и на таких ярмарках мы можем узнать, куда именно определяться, поступать. Нет лучше живого общения, когда ты можешь напрямую задать вопросы специалисту того или иного учебного заведения, что тебя интересует. Инженеры, силовики и техники. В топе самых востребованных специальностей в этом году нет гуманитарных. На успешных и перспективных студентов уже объявили охоту ведущие предприятия региона. В этот раз на выставке, кроме учебных заведений, и представители предприятий. Студентов технических специальностей готовы взять по целевому направлению сразу после окончания вуза.